Сотрудники Бердского отдела МВД провели профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции. В результате за пределы Российской Федерации было выдворено 10 иностранных граждан. Подробности в нашем следующем сюжете. Согласно данным статистики, большинство нелегальных мигрантов приезжают в Бердск из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. С начала этого года жители нашего города фиктивно зарегистрировали на своей жилплощади несколько десятков нелегалов, несмотря на риск попасть под уголовное преследование. За нарушение миграционного законодательства предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Регулярно полицейские проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Бердске и тех, кто прописывает их фиктивно на своей жилплощади. С 20 апреля по 10 мая 2018 года сотрудники отдела МВД России по городу Бердску проводили профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции. В ходе проведения мероприятий было выявлено 47 административных правонарушений и 13 преступлений за нарушение миграционного законодательства. Также было выдворено 10 иностранных граждан за пределы Российской Федерации. С начала этого года уже зафиксировано более 50 фактов предоставления фиктивной прописки гостям из ближнего зарубежья. Более 20 человек было выдворено за пределы Российской Федерации.